Обсудили планы на предстоящий учебный год. В городском дворце культуры состоялось ежегодное августовское совещание по образованию. В педагогическом форуме участвовали различные городские центры дополнительного развития детей, представившие гостям свои работы. В конференции приняли участие глава администрации Владимир Куликов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Евгений Гурьев и другие. Особое внимание Владимир Куликов уделил майскому указу президента России в области образования и науки, следуя которому в школах должна быть обеспечена эффективная поддержка талантливых детей. В указе поставлена задача обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран по качеству школьного образования. Поручено создать эффективную систему поддержки юных талантов, продолжить укрепление материальной базы и развитие цифровой образовательной среды. Кроме этого, важно сформировать современную систему профессионального роста педагогов. Данные меры должны существенно улучшить качество отечественного образования и повысить конкурентоспособность выпускников. На встрече рассмотрели вопросы развития образования на следующий год. Отмечены школы, учащиеся которых достигли успехов в различных областях.